Даня. Ну, Даня. Скажите ему шутку. Шутка. Шутеечка. Даня, смотри. Вчера было недавно вообще. Шел медведь по лесу, видит, машина горит. Сел в нее. Она ему как раз. Нет хп, вообще просто нет. Там одна. Ловим капкана в гараже. Поймал. Чуваки, чуваки, стойте, стойте. Стреляет. Хорош. Термита вообще хорош. Вот. Ну заходи уже. Изи. Новобранец, блядь. Лёха, выходи на него, выходи. Выходи на лестницу быстрее. О, хорош! Ух, ёб вашу мать. Это было потно, Можно и подышать теперь. Я их не очень хорошо различаю, но это не все в противогазах. Бака ви... Ой, Бака, хоть же видно, он лысый. Надеюсь, меня не видно. Он наверху, он на трапе. Мандане. У меня фишка есть. Стреляй! Найс! Найс джоб просто. Не взял бы. Сядь в угол, да? Да ты чё? Сейчас будешь стрелять в хуй куда. Вы чё, издеваетесь? Я как кто с пистолета вообще умеет стрелять? Я умею стрелять из пистолета. Наводишь на противника и стреляешь в него. Так же, как с автомата. Так же, как из винтовки. С дробовика и с другого оружия. Всё, нахер идите, блядь. Сами умерли, тут нашлись, блядь, на такие ебаны. Ну так всегда, чё? Я, блядь, с трёх лет с пистолета стреляю. Ты всё сделал правильно, блин. Надо было только по врагам стрелять. А не между ними. Да, дошло, дошло. В окно вылез пульс. Пульс за лесом. Бич, плиз. Так, ну в Монтане, в принципе, есть шансы. Ну и что пусть делает? Все, можете не говорить. Картошечка прицеливается.
Отлично. Покебол. Кек. Огонь. Огонь. Изи. Молодцы. Ну, не, игра против... Кто хуи нарисовал на этом? Я. Ребят. Я думал, взрослые люди это говорили. Ну, взрослые люди, большие пенисы, все нормально.